Мы на отрывке 170. Невозможно дать лишь наполовину, а необходимо сначала раскрыть все зло полностью. И затем приходит помощь свыше на это полное раскрытие. Еще раз. Это очень важное высказывание. Невозможно дать лишь наполовину. Необходимо сначала раскрыть все зло полностью, и затем приходит помощь свыше на это полное раскрытие. Собственно, полное зло. Поэтому после того, как Моше сказал, «Для чего ты причинил столько зла этому народу?» а избавить не избавил его, раскрылось в них зло в полную силу. Следовательно, сейчас пришло время для получения избавления свыше. Поэтому Творец сказал «теперь», то есть «теперь увидишь, что я пошлю им необходимую помощь, как сказано, сильной рукою отошлю их и сильной рукою выведу их из земли этой». Ведь только теперь настало время, когда злое начало уже раскрылось в них. Да. То есть не может быть, чтобы дают, как мы учили свыше, дают половину, только цельную вещь, полную. И половину не дают, и поэтому мы должны прикладывать полное усилие, и тогда получаем ответ. Полное усилие — это не то, что отсюда до конца исправления, но полную меру, к которой мы должны прийти. То есть какая-то ступень, которая не раскрылась нам, мы не можем ее заранее видеть, потому что у нас нет келим, чтобы мы это видели заранее. Но когда мы постигаем, когда это происходит, то это признак того, что мы пришли к концу нашей ступени, и поэтому мы получаем помощь. Поэтому прочитай еще раз. Невозможно дать половину. Вначале надо раскрыть все зло, а затем приходит помощь свыше на это полное раскрытие, на полное зло, которое раскрылось. Потому что мы не в состоянии также вскричать и попросить усвоить состояние, если зло в нем не раскрылось. Поэтому нужно все время продолжать идти в том же направлении. Поэтому после того, что Моше сказал, для чего ты причинил столько зла этому народу, а избавить не избавил его, раскрылось в них зло в полную силу. Следовательно, сейчас пришло время для получения избавления свыше, когда зло раскрылось в полную силу. Тогда пришла помощь избавления, пришло время избавления свыше. Поэтому Творец сказал «теперь», то есть «теперь ты увидишь, что я пошлю им необходимую помощь». Потому что сейчас они понимают, что им нужно, и они готовы принять мою помощь. Как сказано, сильной рукой отошлю их, и сильной рукой выведу их из земли этой. Потому что только теперь насталось время, сейчас пришло время, когда злое начало уже раскрылось в них. В этом все дело. Все зло, которое раскрылось на той самой ступени, разумеется, не во всем пути, но такими порциями определенными. Когда раскрывается, есть помощь, раскрывается, есть помощь. Но когда она раскрывается, мы должны прикладывать силы, чтобы это раскрылось. В чем? В том, что мы стараемся идти против зла. Тогда оно раскрывается еще больше, еще. Все больше раскрывается сила, способность идти против зла, и еще раз раскрывается. И так, с помощью таких усилий, такой внутренней борьбы нашей,
с фараоном. Так мы продвигаемся к состоянию, когда есть уже крик, есть помощь свыше, и мы выходим, мы поднимаемся над злом.